Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск нашей передачи о заводе. Сегодня у нас есть уникальная возможность заглянуть в отдел контроля качества. Здесь наши специалисты тщательно проверяют каждую деталь на соответствие чертежам и нашим строгим допускам. Бывают разные методы проверки. Можно посмотреть на деталь под микроскопом, измерить ее на индикаторе или на электронном проекторе. А сейчас я попробую себя в роли контролера, и мы проверим, соответствует ли этот маленький промежуточный трип всем допускам. Нам необходимо установить эту деталь на платформу под проектор, настроить фокус и измерить деталь по нескольким точкам. Затем мы сверяем результаты, получившиеся у нас на проекторе, с допусками, которые установлены для этой детали. Наша деталь в допуске. Большое спасибо за просмотр этого выпуска. Хочу напомнить вам, что в конце проекта мы обязательно выпустим ролик с ответами на ваши вопросы. Поэтому задавайте их в комментариях.